Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство CrossCall Core M5. И сейчас я покажу вам, как поменять язык системы данного устройства. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел «Система». И здесь мы выбираем язык и вывод. Далее выбираем язык, нажимаем «Добавить язык» и выбираем нужный нам язык. В общем, русского здесь нет, поэтому мы выбираем, я выбираю любой другой язык, не знаю какой. Добавляем, и теперь нужно его перетащить вверх. И таким образом мы меняем язык системы. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.